Да, растительный белок я считаю в своем рационе также, но я его не использую больше 70% на день. То есть, соответственно, потому что белковые структуры растительных, особенно преимущественно, они идут из клетчатки, как правило. Скажем, в шлифовом рисе углеводов белка нет совершенно. По поводу белка, соответственно, расчет у меня идет преимущественно на день. Ну, где-то 2,5 грамма белка. У меня выше белка я потребляю только на начальных этапах, когда набираю основной вес. 2,5 грамма больше у меня не поднимался. В целом по белку у меня стандартно 200-220, неважно, что происходит. Сушка, не сушка, ну просто белка нужно столько. А жиров у меня 1,5. Из них 30% минимум будут ненасыщенными из этих вот жиров, да. А углеводы, краски, вот их я уже и меняю. Куда могу в ноль убрать, могу 300 съесть. Когда форма уже прям хорошая, она у меня держится, у меня очень маленькие еще перепады между тем, что где-то, ну, не разваливаюсь по форме, там уже иногда могу себе позволить какие-то вкусные вещи. Я вообще сладкое очень сильно люблю, но мне приходится сдерживаться, и мне на вкус безумно помогает протеин. Потому что, ну, я хочу сладкого, я его пью. Наверное, это одна из причин, почему много белка из протеина получаю, потому что, ну, для меня это очень вкусно. Прям очень-очень вкусно, и многим людям, возможно, даже надо думать как раз про протеин, не то, что это там, о, полезно, биологическая ценность, 24 грамма белка в стакане. Да, похрен, ребят. Вкусно, как в Макдаке коктейль, а жопа не будет жирная. Уже хорошо, выше шикарно. Если переходил на сушку, то вот такая была компенсация. То есть белок увеличивал даже до 350-400 грамм на сушке, да. Вот, соответственно, углеводы резал там на 150, потом на 100. Пришел к такому мнению, ну, опять же, все опытным путем, что это... Увеличение такого количества белка меня просто убивает. Во-первых, его тяжело съесть, во-вторых, он не нужен, и просто перегрузка большая очень сильно. Поэтому в последнее время белка в рационе, ну, в принципе, не важно, сколько весит, там 100, 115, 100, там, 110, около 200 грамм белка. Вот. И этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить весь организм практически любого, наверное, человека. Это даже, ну, запас, ну, в крайнем случае, ну, 250 грамм белка. 200-250 это вообще уже прям края. Этого необходимо, этот запас не хватает для синтеза всего. И мышечных тканей, и вообще всех-всех-всех белковых структур этого хватает. Главное, чтобы он был полноценным. Это тоже вот не нужно забывать. Полноценность еще, знаете, как я делаю со страховкой. Здесь БЦАшки на помощь приходят. То есть, если ты сомневаешься, да, то БЦА добавляешь, то ты уже все-таки полноценность, она намного лучше будет. По поводу углеводов. На массонаборе сколько влезло, а сколько влазит, я пытаюсь просто запить. Вот сколько влезло. Скорее, столько не съешь, да? Просто не съешь, чтобы, да, проблема съесть столько, сколько да. нужно. Именно по массонабору, по углеводам, вот максимально, опять же. По жирам, честно скажу, раздолбай. Вообще их особо не контролирую, просто закидываю как бы омегу и считаю, что это нормально. Вот, жиры не мое, я жирную пищу вообще вот очень плохо переношу. Поэтому здесь вот приходится на омегу, либо льняное масло, но просто вот прям глотками там выпил, и все. Хороший вариант, да, правильно. Надо, значит надо. Да, то есть, значит, на массонаборе подвожу 200 грамм, вполне достаточно. Углеводов сколько влезло, жиров желательно минимум каких-то необходимых, это мое. А на сушке то же самое, 200 грамм белка. Углеводы, как правило, я плавно снижаю до 150, на них как бы какое-то время нахожусь, и в зависимости от формы потом уже либо в плюс, либо в минус начинается. Либо загрузками через 2 на треть, допустим, добавляюсь, и не хватает, если форма уже подходит. Либо, если не подходит, то держу 150. Я примерно понимаю, насколько я на 150 иду, успеваю, не форсирую, так держу 150. Убавлять не надо. Если чувствую, что не успеваю, на 100. Убирать полностью углеводы я никогда не убираю, не делаю никаких ям. Я считаю, что это очень сильно сразу дает большой дисбаланс
и ты перестаешь контролировать вообще свою форму, как она шла, и там уже не работают ни загрузки, ни разгрузки, очень тяжело поймать. Я не делаю, не урезаю углеводы в ноль. Проще, плавно прям подошел к форме, и все, ничего не делаешь. Никаких там экстремальных каких-то вещей. Мне так проще. Вот. Так что как-то вот так. Так что важность белка, она остается, конечно, на каком-то лидирующем месте, но это не значит, что себя нужно забивать по 3, по 4 грамма на килограмм веса. Это очень много, это тяжело, и оно просто не нужно.